В этом видео покажу, как вырезал подвес, светильник подвесной. Плафон будет сделан из кедра, из цельного куска. Естественные сушки, естественно, то есть это вот бревно, видно, что оно из-под бани, с ложементом. Года три, наверное, все-таки это вышло, потому что баня функционирует уже давно в процессе. Соответственно, если напилили, ну, минимум года три, наверное, прошло. То есть так, влажность такая естественная. Кстати, она гораздо лучше точится, чем если она пересушенная. И по вырезанию, вот я буду фигурку вырезать там птицы, я думаю, ничем не уступает липе. Ну, гора, конечно, пахнет замечательно, и в отличие от липы, при шлифовке не поднимает ворс. Недостаток от липы, чем бы ее ни покрывал, все равно будет его поднимать. Особенно если лаком покрываешь, потом все надо перешлифовывать. Здесь этого не нужно, здесь покрыл маслом, на второй раз еще раз ничего не поднимается. То есть, в принципе, даже не сильная шлифовка, у меня самое мелкое зерно было 120, и при этом как бы все нормально получилось. Согласен, что выпиливать нужно было плоскостью, чтобы его не выворачивало за счет ленточки. Ну, вроде как бы руки держит, и уже не нужно было искать центр с обратной стороны, то есть сразу центр здесь определили, радиус расчертили. Немножко потруднее, конечно, выпиливать, она останавливается периодически, но ничего, в принципе, с этой проблемой справились. В общем, такое будет видео. Будут вопросы, задавайте. Приятного просмотра, подписывайтесь, друзья, счастливо.